Развитие творческих способностей у детей через изобразительное искусство, формирование умения видеть прекрасное в окружающей действительности, стимулирование творческой активности, обогащение и расширение художественного опыта детей. Вот, пожалуй, основные цели и задачи детского конкурса «Я рисую музыку», объясняет заместитель директора Центра традиционной культуры Жанна Магомедова. Буквально недавно в Центре культуры состоялось подведение итогов конкурса. Мы с вами были в гостях в музыкальной школе, где нам дети и преподаватели нас знакомили с дагестанскими композиторами. Когда вы слушали музыку дагестанских композиторов, ну, каждый по-своему воспринимает музыку, согласитесь, да? Кто-то ее понимает, кто-то не услышит что-то. И для того, чтобы вот закрепить слушание музыки, для этого мы и объявили среди вас конкурс «Я рисую музыку». Прежде чем приступить к оценке работ участников конкурса, для воспитанников Центра реабилитации несовершеннолетних была организована экскурсия по музею Центра культуры, в ходе которого гости ознакомились с многообразием интересных экспонатов различных времен и народов. В продолжении встречи участникам конкурса провели мастер-класс «Азбука живописи» под руководством преподавателя школы искусств Абдурагима Арчиханова, где также желающим была предоставлена возможность попробовать свои творческие способности в различных техниках акварельной живописи. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как в процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, художественный вкус, творческие способности, рассказывает директор художественной школы Набиулла Бакиев. По результатам обсуждения и оценки каждой работы членами жюри были подведены итоги конкурса. Участников, занявших призовые места, наградили ценными подарками и дипломами первой, второй и третьей степени, а все остальные получили сладкие подарки. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».